Все это результат слаженной работы каждого причастного к Мундиалю, уверен Вениамин Кондратьев. Сегодня глава Кубани встретился с представителями всех служб, следящих за жизнеобеспечением стадиона, и поблагодарил их за высокий уровень проведения матчей. Я хочу поблагодарить вас за эту работу. Это оценка сегодня в целом всех, кто побывал на этапах чемпионата мира по футболу в Сочи. И это их высокая оценка, коллеги, вашей работы. И если говорить объективно, конечно, здесь сложно выделить какую-то группу специалистов, руководителей, которые сделали больше, а кто-то сделал меньше. И здесь, начиная от волонтера, заканчивая специалистами в различных отраслях и руководителями проекта, в том числе и каких-то команд, мы все сработали на высокий балл. Вы часть истории. Вы часть великой России. И ваш труд, он является сегодня гордостью нашей страны. Потому что весь мир аплодировал. На каком уровне прошли матчи на стадионе Фишт. И какой сам красивейший стадион Фишт. У Краснодарского края и у Сочи в том числе есть так называемый дух. Мы можем сделать это, и весь мир это ощутил. Теперь вам необходимо думать о том, как двигаться вперед, как представлять Краснодарский край в будущем и что делать с наследием после мероприятия, которое прошло. Среди организаторов матчей много тех, кто работал и на Олимпиаде, здесь же, в Сочи, 4 года назад. Многие с нетерпением ждут и следующих масштабных мероприятий. Город стал центром мировых событий.